Ну что, добрый день, дорогие друзья. Не знаю, как вы, а я соскучился. Я соскучился по вам, по Доте, я соскучился по командам, и я соскучился по Лиге Чемпионов Бизнеса, которой не было неделю. Что такое Лига Чемпионов Бизнеса, вы спросите? А я вам обязательно, конечно, отвечу. Лига Чемпионов Бизнеса — это крупнейшее в СНГ корпоративное спортивное движение, которое успешно развивается с 2010 года. Киберспортивный чемпионат ЛЧБ появился в 2018 году. Тогда он проводился только среди московских компаний, но постепенно он стал охватывать все больше компаний из других городов и стран. За это время было проведено 9 сезонов по командным и индивидуальным дисциплинам, в которых приняли участие игроки из 16 стран мира и свыше 130 компаний из более чем 45 субъектов Российской Федерации. И сейчас мы наблюдаем за юбилейным 10-м сезоном. И за что я хочу им сказать огромное-огромное спасибо, что уже на протяжении 10 сезонов они нас радуют абсолютно многогранным спортом, физическим, киберспортивным, кучей разных дисциплин. Если вы хотите посмотреть на другие, там Hearthstone Battlegrounds, LoL, танки, CS, разумеется, все это вы сможете найти в группе, почитать информацию, где, когда, какие трансляции, обязательно подключайтесь, смотрите. Так вот, собственно, зачем мы сегодня собрались? Мы сегодня собрались ради матча ICE, это команда Raiffeisen Bank против команды FunBet, и мы сейчас перейдем на стадию пиков, команда начинает потихоньку распикивать сразу после того, как я вам расскажу про нашего замечательного генерального спонсора, Лиги чемпионов бизнеса компании Lanit. Группа IT-компании Lanit, как лидер отрасли информационных технологий в России, продолжает драйвить корпоративный киберспорт как внутри своих компаний, так и на внешних площадках. Lanit сделал нереальный подарок юбилею чемпионата и увеличил призовой фонд до 1,5 миллиона рублей. Самое главное, теперь он распространяется не только на сильнейшие команды МВП игроков Золотой Лиги, но и на команды-призеры Серебряной Лиги. Почему это здорово? Я думаю, объяснять вам не надо, но хочу еще отметить такой момент, то что сегодня мы посмотрим на команду ICE, которые являются победителями Серебряной Лиги как раз прошлого сезона Лиги Чемпионов Бизнеса, поэтому я думаю, для них это, конечно, приятный бонус, если они смогут в этом сезоне достичь тех же результатов. Ну что, хватит болтать, игры пора начинать, была у нас небольшая задержка, была у кого-то там какая-то проблемка, но несерьезная, как оказалось, раз все здесь. ICE, команда Raiffeisen Bank, будет играть за Radiant. У них в команде мы видим человека с ником Коди, Роник, Лексик, Курощуп и Вампирка. Команда FunBet стартанет за Dire, LovePet, SNZ, Dodger, Точка и DeadDomBoy. Собственно, Джаки и Рейнча отправляются в бан от ICE, берут они Undying на второй пик, для них сейчас же будет и третий, и Bounty Hunter First Pick от FunBet Team, но в бан они отправляют Beastmaster и Venomancer. Ну что, ребята над вторым пиком довольно крепко подзадумались, и бонусного времени уже даже немного потратили, но Underlord на второй пик сейчас очень популярный герой, идеальный герой для того, чтобы собирать ауры, которые сейчас очень сильные, да и вообще в целом на линии стоит неплохо, если это не какой-то там Урс против тебя. Хотя на самом деле недавно я узнал то, что и против Урса он не очень здорово, наоборот, против Урса он тоже довольно здорово стоит за счет того, что Урс обычно урона не хватает его пробить, там, если Вангвард на какой-нибудь 3-4 минуте купить, это можно сделать, если на фаст-кольцо сборочку собрать, то Урс там со второй пассивкой тебя точно пробивать не будет, и с первым оверпауэром, даже если без первого спыла. Ну что, второй пик для FunBet, подождем их, и потом отправимся на вторую стадию банов. А там уже, глядишь, и до старта игры, до самой не очень далеко. Крепко довольно ребята над пиками думают, на самом деле, по поводу первых нескольких пиков, конечно, они очень важны. Не хочется пропустить какого-то сильного героя, с которым можно игру легко непринужденно выиграть. Допустим, таковым там сейчас является Void Spirit, Beastmaster, который в бане от команды FunBet. Может быть, Рубик какой-то на суппорте тоже очень неплохо, почему нет. Но это CM-ка будет, которая, кстати, тоже очень хороший суппорт, именно за счет того, что у нее очень много урона, особенно на ранних левелах, плюс приятная аура для всей команды. Bounty Hunter по мане страдает. Я так подозреваю, что это Bounty Hunter 4, хотя, конечно, можно его и куда-нибудь еще отправить.
Ну вот, кстати, фон Бет Урсу банят сами, хотя, я думаю, для них герой был бы очень неплохой против Андерлорда, против Андаинга, и Тамбу разбить может, и с Андерлордом на линии повоевать. Там, в конце концов, если на Урсе один или два фрага ранних сделать, то по левелу будешь сильно Андерлорда опережать, и, конечно, линия для Андерлорда будет очень и очень неприятной. Тролль также отправляется в бан от фон Бет, Death Profit от команды Ice, ждем четвертый бан от них. Ну что, полторы минуты бонус времени у команды Ice осталось. Может быть, Сларка какого-то стоит забанить. Тоже против Андерлорда очень хорошо. Герои, которые стаков много набивают. Которые могут присосаться к Андерлорду. И потом там, не знаю, с 20 дополнительными агилами линию в салат просто выиграть. Особенно под СМ-кой, у которой дизейбл есть, замедление есть под Сларка. Очень здорово. И маны она ему дает за счет пассивки. Тоже классно. Может в лесу пофармить там левела с 7-го. Без особых потерь. ПЛ бан от фон Бет. Тоже герой сильный, почему нет. И ОД от команды Айс. Ждем от них последний бан. Мне интересен момент, будет ли это Undying пятерка или четверка. В целом, конечно, они могут пофлексить. Они могут отправить его либо на четверку, либо на пятерку. В любой момент, как мне кажется, как они увидят легкую линию команды фон Бет. Если там, допустим, будет какой-то силовик, то Андаинга вполне можно и на четверку с Андерлордом отправить. Но вот у команды фон Бет, мне кажется, все чуть более однозначно. Баунти Хантер, скорее всего, четверка, Кристал Мейден пятерка. Но эта информация дает команде Айс возможность пикнуть что-то, что будет стоять против Баунти Хантера плюс одного. Баунти Хантер, в конце концов, лейнер не очень сильный. Баунти Хантер становится сильным, когда там уже, допустим, левел 6 он апает. А до этого надо еще, конечно, дожить до этого момента. Медуза отправляется в бан от команды Ice. Кстати, забыл я про нее совсем. В пабе из банов не вылезает, в проиграх из банов или из пиков не вылезает. Конечно, герой сейчас очень сильный. Мне кажется, в патче 7.33b Айсфрог немножко поторопился с тем, чтобы ее апнуть. Мне кажется, она была в своем прекрасном состоянии именно когда она вышла в патче 7.33. 7.33b ее немножко переапал. Надо бы подрезать персонажа. Все-таки слишком она толстая. Если она на тройке работает без итемов практически абсолютно, и причем работает очень-очень здорово за счет филактерии, большого количества маны, жирности и большого урона от змейки, то, мне кажется, с героем что-то немножко не так. Третий пик для Айс. Рубик, кстати говоря, про него мы вспоминали. Но, опять же, это ничего нам не показывает. Это все еще флекс суппортов. Рубик тоже может пойти как пятеркой, так и четверкой. Ровно как и Undying. Соответственно, пока мы не увидим керри фон Бет, не поймем, кто куда пойдет. Если только ребята уже заранее не определились из команды Айс, кто куда отправится, ну, посмотрим. Может быть, так оно и есть. 45 секунд бонусного времени для фон Бет осталось. Между прочим, им нужно 2 пика сделать. Нужно немножко будет поторопиться им, потому что времени может и не хватить уже на последние пики, последние баны. Если сейчас что-то неожиданное вылезет с одной или с другой стороны, там в целом и у команды Ice бонус времени тоже не так, чтобы сильно много осталось. Ну, для фон Бет все пути открыты, честно говоря. Ну, есть смысл как-то попытаться использовать Баунти Хантера, конечно, как-то его вижен по героям использовать в первую очередь. Ну, Тинкер. Тинкер, конечно, было бы идеально, вопрос только в том, есть ли у команды фон Бет игрок на Тинкере. В конце концов, далеко не самый простой персонаж, будем честны. Ну, Сент Кинг на третий пик для фон Бет. И, наверное, Андаинга придется отправить на пятерку, Рубика на четверку. Все-таки Андаинг против Баунти Хантера Сент Кинга, герой очень хороший. И ему они там особо ничего не сделают. И Рики, кстати, для фон Бет. И только вопрос, в мид это или на легкую. Рики Мару. В целом тоже пофлексить можно. Ну вот Андаинга я бы точно пятеркой отправлял, Рубика бы отправлял четверкой. Рубика против Кристал Мейден неплохо повоевать сможет, он ее в ответ тоже неплохо похарасит. Ну и Андаинг, говорю, против, по-моему, Хантера Сент Кинга, это грозная достаточно сила, там пару дикеев по двоим, и, собственно, ничего вы этому Андаингу не делаете. Урона у вас на линии особо нет.
Ну и вариант только с тем, чтобы Bounty Hunter отправлялся куда-то, роумился, и King Solo стоял, кушал экспу, как мне кажется, тоже вполне позитивный. Можно попробовать, может вполне сработать. Опять же, если это Undying Луна, то особо цеплять Sand King'а нечем, и Sand King сможет там свой фарм получить, свой экспу получить, а Bounty Hunter будет бегать там куда-нибудь в мид, на бот, на топ, ну и везде, собственно, развлекаться, наводить на карте шухер и движуху пепси. Луна, четвертый пик для Ice. Хороший пик на самом деле, герой очень темповый. Увидели они то, что особо никаких проблем Луне на линии никто не доставит. Взяли Луну, и там минуте на 15-20 эта Луна должна будет выходить из леса с огромным нетворсом для этой минуты и сносить все, что видит. И вполне вероятно, что у нее это получится, почему нет? Вполне может быть. С другой стороны, у команды FunBet есть чем гангать. Минуте на 7-8-9 Sand King, Crystal Maiden, Рики. Все это с Bounty Hunter заправленное. Идет к тебе в лес, ты даже не знаешь об этом. Два инвизера к тебе подходят. Там Sand King с даггером, CM-ка на подсейве. И, пожалуйста, Луну можно легко непринужденно забирать, если она там где-то будет гулять по своему лесу. Бэтрайдер отправляется в бан. В шестой бан от команды Ice. Шестой бан от FunBet, это Некрофос. И закрывают они серию банов Зевсом. Очень неплохие два бана, честно говоря, но это в первую очередь герои, которые, как мне кажется, стоят очень хорошо против Рики и вообще в целом для Рики неприятные. Хотя Рики для них тоже очень неприятен, для Зевса, для Некра, если они форстав не покупают, а у тебя есть шар, то и команда не поможет. Ну, наверное, на линии было бы слишком неприятно для Рики, поэтому этих героев убрали. Хотя еще не факт то, что это Рики в мид. Опять же, пофлексить можно, Рики можно отправить на керри. Правда, в 7.33b его довольно неплохо подрезали. Шторм Спирит в бан от команды Айс. Кстати, они думают то, что Рики это именно керри персонаж, потому что Бэтрайдер, Шторм Спирит отправились в бан, это все-таки мидеры. Ну, я не удивлюсь, если команда FunBet сейчас просто керри возьмет. Нет, Тинкер. Тинкер от команды FunBet. Это именно то, что я предлагал, когда был пик Баунти Хантера. Есть у них, видимо, игрок на Тинкере. Ну, Тинкер это серьезная угроза, потому что, откровенно говоря, у Ice на данный момент ловить нечем. Причем, Шторм Спирит, который хорош против Тинкера, в бане от них же. Бэтрайдер, который хорош против Тинкера, в бане от них же. Зевс, который хорош в бане от них. И что остается? Клокверк, может быть, какой-то? Ну, наверное, ты не очень хочешь Клокверка в мид брать и рассчитывать на то, что у него игра пойдет. А кого ж еще? Кого ж еще можно взять, который против Тинкера хорошо бы сработал, так причем еще и на линии, который бы ловил его, и так далее. Эмбер Спирит, может быть, Войд Спирит, ну, не знаю. Ну, Войд Спирит, да. Конечно, далеко не самый лучший вариант, но, может быть, лучший вариант из тех, кто остался. Такое тоже... возможно. Ну, честно скажу, все-таки пик команды FunBet мне, наверное, нравится побольше. Пораньше герои должны вступать в игру. Можно с CM-кой, с Sand King'ом бегать Луну искать. Ну, вот Спирита есть, контроль тучка есть неприятная для него. Ну и Тинкер, как бы герой, сами понимаете, далеко не простой, честно говоря. Видели мы недавно на мажоре его, и в пабах, я думаю, многие видят. Пора этого героя уже занерфить к чертям собачьим, да сколько ж можно. Ну ладно, это личная боль, простите, если кто-то не согласен. Что у нас здесь? Роник будет играть за Андаинга, Лексик за Андерлорда, Курощуп на Рубика падает, Коди на Луне и Вампирка на Войд Спирите. Это команда Ice, пожалуйста, победители Серебряной Лиги, между прочим, прошлого сезона Лиги Чемпионов Бизнеса. И команда FunBet, точка на Crystal Maiden. LovePet будет играть у нас за Тинкера. Сейчас посмотрим еще остальных игроков. Dodger J будет играть на Рикимару. Деддом Бой на Bounty Hunter и SNZ на Sand King. У меня почему-то сбилась настройка камеры. Прошу прощения. Не знаю, почему она не сохранилась. Я ее ставил до начала матча. Я точно говорю. Ну, пожалуйста. Пауза у нас на первой секунде игры. Есть какой-то дисконнект не очень понятный. Ну, главное, чтобы это быстро все пофиксилось на самом деле. Будем надеяться, что пофиксится. Hey,
Так, какие дела? Команды смоки не стали прожимать на первых секундах, и в целом, наверное, это окей, потому что, как мне кажется, можно люлей получить, причем как и одна, так и другая команда, кто неудачнее зайдет, поэтому, наверное, смоки можно особо не прожимать и просто варды в своих лесах поставить, сыграть немножко сейвово. Смысла рисковать нет на первых левелах, и особенно тебе не очень хочется отдавать лишнюю экспу баунти хантеру. Не дай бог пару фрагов ему отдать, можно уточки-то сматывать. Все-таки керри Рики, как оказалось. Ну, в целом, почему нет? Керри Рики герой все еще хороший. Да, он был занерфлен почему-то в 7.33b. И, честно, я не очень понимаю, почему. Всех вроде как суппорт Рики бесил. Рики керри как раз только начинал потихоньку свое шествие по пабам. Ну и вот его просто в зародыши задушили, если можно так сказать. Что, по рунам паритет. 2 на 2. Соответственно, никуда никто не выходил. Ну и я подозреваю то, что первые левелы на линиях будут примерно такие же. Команды крипов побьют, левелы свои получат, и только после этого будем видеть уже какие-то перемещения. Интереснее всего мне будет посмотреть на противостояние Undying'а против Сэндкинга и Баунти Хантера. Говорю, как мне кажется, Undying здесь в соло двоих гонять должен. Не очень вижу, что он может им предъявить. Что они могут ему предъявить, если дабл дикей вылетит. Ну, только грамотно стоять на линии, не подставляться под дабл дикей. Ну, вот, видимо, под первый не подставиться не получилось. Да, Сэндкинг здесь очень неплохо так получает. Undying просто идет с 8 дополнительных сил, 16 дополнительных силы, 82 урона, у Сэндкинга 100 хп, 100, ну там 200, ладно. И Undying ему просто отрывает лицо, откусывает. Ну здесь, конечно, проблемы будут, ребят. С другой стороны, у Тинкера в миде, как видим, все хорошо. Два крипа у него есть, пока вы теперь этому особо не мешает. Второй левел у Лофпэта тоже имеется. Ну и ботл уже летит, собственно, у Тинкера здесь проблем никаких в ближайшие пару минут не должно быть, если только суппорты как-нибудь не загангают. Вампирка здесь в целом тоже себя чувствует достаточно неплохо, ботл ему тоже скоро придет. Конечно, закупился он на фулл деньги, но я думаю, ботл дофармить успеет, чтобы особо не просаживаться. Ай-яй-яй, очередная пауза, Кураще подключается от игры, видимо, что-то там тоже произошло. Лаги, говорят там, команды, фриз. Будем надеяться, не на стороне сервера этот фриз, честно говоря. Не хотелось бы. У Сэндкинга 0 крипов. И пока ситуация не планирует улучшаться. Здесь, конечно, линия крипов рейдентовских пропушилась под Tower Dire. Можно попробовать крипов забирать. Луна, в конце концов, пока что первый левел. Undying ушел там где-то варды разбивать. Здесь Сэндкинг вместе с Баунти Хантером должны деньги за этих крипов получить. Ну, вопрос в другом. Хватит им ли это экспы на второй уровень? Потому что без второго левела, как мне кажется, на этой линии точно ловить особо нечего. Да и, честно говоря, даже без третьего. Но Сэндкинг, кстати, со станом. Пассивки пока нет. Пассивкой было бы, наверное, поприятнее крипов побить. Ну, вот рейнджевичка заберет ли? Забрал. Забрал рейнджевичка. Молодец, СНЗ. То, что нужно на самом деле. Нужно каждую возможность для того, чтобы получить экспу, получать. Тут еще вторая пачка подходит. Не успел Undying никак ее отвести. Ну и тут уже второй левел практически гарантирован. Для СНЗ это стоять будет гораздо приятнее. Пески может вкачает, может пассивку вкачает. Ну вот по крипам пока не очень хорошо получается. Но я думаю, ничего страшного. Потом свое дофармит с песками. Ну и второй левел у Сэндкинга и у Баунти Хантера тоже появляется. Здесь, конечно, уже поприятнее. С инвиза можно и в мид куда-нибудь попробовать выйти на Войт Спирита. Можно и Undying'а попробовать Баунти Хантером похарасить, у него голду поворовать. Ну вот, кстати, отвод получилось все-таки уроника сделать. Я так подозреваю, это был соло-спаун, потому что крипы не умерли, и два крипа все-таки пойдут навстречу своим рейдиантовским коллегам или оппонентам, кто как думает. Я не знаю, если там в лоре что-то сказано по этому поводу, по поводу крипов. На топе как дела? У Рики 10 крипов, у Андерлорда 11. Собственно, команды спокойненько себе фармят. Второй левел есть у Рики, второй у Андерлорда. Ну вот, Андерлорд сейчас себе колечко купит. Конечно, тут ему эти два героя особо ничего не сделают. Если захотят кого-то убить, то, очевидно, таргетом должен быть как раз Куращуп на Рубике. Ну вот, он сейчас себе манган возьмет. Пару тангусов есть.
Ну и тут его убить уже не очень легко, на самом деле. Второй фейтбол тоже имеется. ЦМК сейчас неплохо так отхватит, если кинет. Ну, ману тратить не стал. Маны у него достаточно немного. Вампирка, как дела? 11 скрипов у него, в то время как 14 ловпэта. Да, конечно, ловпэт немножко мид выигрывает, но не критично. Рунку, в конце концов, вампирка себе забирает, поэтому стоять спокойно себе продолжит. Никаких проблем у него тут таких достаточно серьезных быть не должно. Но вот этот вот персонаж, на самом деле, может шороху навести. Видимо, у него 700 голды уже на третьей минуте имеется после ботла. Ну и быстрый даггер, это может быть большой проблемой, потому что можно выходить на луну. Тинкер, если даггер появится на 8-9 минуте, у луны вообще еще итмов не будет. Ну, там ПТшка в хорошем случае, да? ПТшка может быть Яша, если сейчас пару фрагов на линии сделают. Но если вот не появится, то Сент Кинг с Баунти Хантером будут постоянно бегать по лесу, искать тебя, будет прилетать Тинкер, ракеты, лазер, ракеты и так далее. Мы все знаем, как это работает. На топе, я думал, нападение на Андерлорда, ну тут, конечно, без шансов даже, если попробовать, но они не пробовали на самом-то деле. Рубик выходит в мид, лов П, это очень мало хп, но вампирка тоже хп очень мало, не может он драться продолжать. Рубик выкидывает еще хаешечку в Тинкера, ну Тинкер спокойно выживает. Прожат Феррик ему жизнь спасает, в конце концов, ну придется на базу уйти. Это, конечно, неприятно, здесь хорошая пачка под вышку подходит, ее было бы здорово зафармить. Но в итоге приходится уходить на базу, тем временем вампирка две руны законтролил на 4-й минуте. Благодаря выходу своего суппорта. Хороший очень выход от Курощупа. Питлорд, как дела? Видим, кстати, не будет вангварда. Сразу выход в пайп. Ну, почему нет? Против Тинкера прекрасно этот итем работает. И, наверное, вангвард ему здесь не очень понадобится. В конце концов, Рики в основном бьет бэкстабом, а это до 6 уровня не начнется. Ну и против ЦМки, против Сент-Кинга, против Тинкера, конечно, пайп в этой игре очень и очень нужен. Ну и видим, начинают потихоньку Курощуп с Лексиком здесь линию продавливать. Все-таки 4-й левел уже у Андерлорда есть с первой аурой. Может уже попробовать похитаться с кем-нибудь, потому что у Рики, как мы видим, минус 4 урона, конечно, немного, но у него там еще и плюс должен быть сверху какой-то. Ну и кольцо у Андерлорда есть, второй Фаершторм, который, собственно, вот как раз выкидывается. Но, правда, на ЦМ-ку, которая, кстати, сейчас погибнет, пожалуйста, ферстблад для Лексика, немножко не заметил. Точка, что хп у него довольно быстро заканчивается. 4-й левел все-таки у Лексика, это не шутки. На боте у Луны 32 крипа. Конечно, серьезная заявка от Коди на победу. Вдобавок ферстблад на топе, довольно приятная история. Как видим, 2000 преимущества на 6-й минуте имеется. Кстати, 394 за ферстблад заработали. Там на 5.30 очень неплохие деньги, как мне кажется. Деддом бой, выход на вампирка, на мид. Но у вампирка уже сапог есть. Тинкер довольно далеко, который, кстати, тоже достаточно лоу хп. И пытался тут Баунти Хантер еще как-то подцепить. Вот теперь это, но, конечно, тут не пошло. Лоу хп 1300 есть. Ну, 1400 уже. 24 крипа против 26 у Войт Спирита. В целом, по миду все нормально, даже с учетом того... Ой-ой-ой-ой-ой, не заметил я, как вампирка вернулся на линию, и лоу хп Тинкера все-таки забрал. Ну, я бы сильно не радовался, честно говоря, все-таки это не большая проблема. Да, немножко, может быть, на минутку даггер отодвинули, но Тинкер рано или поздно свой даггер вытащит, в конце концов. Вопрос только в том, успеет ли Андерлорд пайп дособрать к тому моменту, ему не так, чтобы много осталось, да? Ему тут осталось... Ну, где-то в районе 2000 еще. Если на линии так он продолжит на топе стоять, всех крипов забирать, и особо никто ему ничего поделать здесь не может, то пайп будет еще минуточек, там, через 3-4. Конечно, тинкерам будет играть очень неприятно. Придется летать только фармить. Фрагов особо не будет ранних, которые ты хочешь, будучи тинкером, делать. И можешь зачастую. Ну и придется как-то выходить сразу в, там, я не знаю, Шиву и Overwhelming Blink, наверное. Все-таки аганим, как мне кажется, на Тинкере не очень хорош. Не знаю почему, но вот такое вот ощущение у меня складывается. Рики только 4-го левела. Конечно, немножко маловато у него экспы. Все-таки ЦМке приходилось постоянно стоять рядом, потому что воевали с Рубиком, воевали с Андерлордом. Правда, закончилось это все-таки минусом для команды FunBet. Потому что погибла ЦМка на ферстблад. Андерлорд вообще никого не боится, заходит просто по тавер, получает пару скиллов, ну и вот не особо волнует, у него 6-й уровень есть. И тем временем ловпэт в очередной раз в миде погибает, очередной выход от Курощупа.
Вместе с вампиркой они здесь очень неплохо этого Тингера загоняли, в конце концов. И у Тингера 1700 голды на 8-й минуте, конечно, не то, чего хотелось бы тебе видеть на Тингере. Вторая смерть, как мне кажется, уже прям хорошо так неприятная. Рубик в очередной раз отключается от игры, и кто-то снимает паузу в тильте. Шучу, это просто баг в доте, который не исправили. Почему-то команда может сразу поставить и сразу снять паузу. Раньше кулдаун был на это 1 секунда, чтобы вот такого вот не происходило. Не надо это слово писать, не надо, не надо, не надо. Так и оставим, так и оставим, все правильно. Так вот, на что хотел обратить внимание. На 50 крипов у Луны, на 30 крипов у Тинкера. Конечно, две смерти Тинкера плюс один раз ему нужно было ходить пешком на базу. Это очень и очень неприятно. И Луна может сейчас начать сноуболить под пайпом Эндерлорда. Собственно, в чем смысл? Тайминг пайпа плюс каких-то первых итемов у Луны. Вы идете, забираете тир 1 вышки. И потом летите дальше тир 2, Рошан и на хайграунд. Заходите, у Тинкера там еще ничего нет. У вас уже все есть, и вы выиграли игру. Реалистично? Вполне. Так ли в этой игре произойдет? Я не знаю. Более того, вы не знаете. Более того, не знают даже команды, скорее всего. Ну как, скорее всего, точно не знают. В миде здесь очередное нападение на ловпэта. Они вообще этого Тинкера отпускать не хотят. Нужно ТП какой-нибудь от суппортов, пока никто не делает. Вампирка чуть-чуть промазал ремнантом, но ловпэт вряд ли отсюда уйдет. Очередная игра, надо от Куращупа. И вампирка серию убийств совершает. 240 еще за этого Тинкера он заработал. Кристал Мейден вообще не поняла, куда зашла. И она, собственно, тоже в таверну отправилась. Отдали доминейтинг вампирке. Ну, Дед Домбой пытается здесь разменяться на Куращупа, хотя бы его забрать, но нет, хороший ремнант. Ну, правда, стиков много у Деддомбоя было, он здесь вряд ли погибнет, хотя у вампирки мана сейчас отрегенится. В конце концов, и Деддомбой забирает Рубика, хороший фраг, на самом деле, для него. Соло экспа, пятый левел, почти шестой, ну, правда, вампирки трипл килла дали, и у этого, ой, теперь это денег уже должно быть тьма тьмущая, на самом деле. 4500 нетворса у него против его визави с 2600, ну... Да, конечно, сейчас это отводит спирит вместе с Луной. Кстати, забрали Underlord на топе, опять внимание не обратил, прошу прощения, задумался о прекрасных перспективах Void Spirit в этой игре. Собственно, погиб Underlord, а вышечка в миде падает. Как у Тинкера дела? Где Dagger? Dagger уже есть, 2300, кстати, Dagger уже есть, 9.47, в целом не худший результат, который я видел в своей жизни. Вполне можно с этим работать, вполне можно с этим воевать и пытаться как-то выигрывать. Но вот вышечку в миде вампирка в соло забирает, ЦМК никак ему помешать не смогла, маны у нее особо нет. Но правда тут и у Void Spirit особо маны тоже нет, и руну на топе он контролит спокойно. Из ДД можно пойти куда-нибудь на самом деле, можно Рики на топе забрать, у которого только шестой уровень и хп мало, ну правда 20 стиков есть. Ну нет, прожимаются смоки, куда пойдут, тут еще вопрос, но все-таки видимо куда-то в топ они перемещаются. Ну и почему нет? Почему нет? Там два героя вражеских находятся, их можно обоих спокойно убивать, еще и вышечку здесь забрать. У Андерлорда пайп почти есть, через 200 голды будет, собственно, с этой вышкой или с этой драгой. А может быть уже и сейчас прилетит, потому что он забрал там пару крипов. Ну, 1400 есть. Хороший даст, и Рики пытается отсюда уйти, Tricks of the Trade, но куда ты уйдешь от советской власти, погибает Рики Мару, погибает ЦМочка, ну и вышка здесь спокойно отправиться тоже в таверну. Счет 8-2 и 7 тысяч преимущества на 11 минуте. Это, конечно, серьезные цифры, хочу сказать. Это слишком серьезные деньги, чтобы не обратить на них внимания и сказать то, что пока игра равная. Конечно, сейчас довольно большое преимущество за командой Ice. Я хочу сказать то, что не просто так они в прошлом сезоне стали победителями Серебряной Лиги, на самом деле. Фонбет являются ребятами, которые только в первый раз на турнир попали. Дебютантами, господи, не мог слово дебютантами вспомнить, прошу прощения. Сэндкинг, какие дела? Пятый левел только у Сэндкинга, восьмой левел у его визави. Ну, шестой, ладно, Сэндкинг апнул, но это ему не помешало, не помешает отправиться в таверну. Легко, непринужденно его здесь забрали. И что, третья вышка начинает падать, Лексик с пайпом, курица ему прилетела. Рубик шестого, зомби пятого, но ему особо ничего кроме аркана не надо. Третья тамба есть, Коди Драгонлэнс. Спокойно можно идти забирать хоть Т2 на самом деле. Сейчас этим ребятам особо ничего не предъявить. Рики не боеспособен. Баунти Хантер, кроме треков, тоже не боеспособен. Ну, собственно, треки урон-то и не наносят, правильно? И поймали, кстати, до Баунти Хантера. Есть по нему дасты. Был Pit of Malice. Но все-таки Баунти Хантер удалось уйти отсюда. Есть еще...
Хорошее замедление оценки, СНЗ неплохой, вроде как бы эпицентр скастовал, но не успел подойти, в итоге эпицентр в никуда, Деддом Бой отправляет в таверну, все-таки третья тамба, слишком много зомби спавнит, и они слишком больно делают. Под достами также Сент Кинг здесь находится, ну куда ж ты отсюда денешься, дорогой мой? Зомби его спалили, Питов Малис, вампирка рядом, и Сент Кинг тоже погибает, Сэмка еще пыталась как-то помочь своему тиммейту, но не тут-то было, Коди забрал фраг на СНЗ. Тинкер здесь огромное количество урона ракетками выкидывает, но его все-таки заметили. Если как ворваться туда, мимо все-таки спылы от вампирка, и погибает ловпэт вот так вот легко, непринужденно. Даггер не успел Тинкер прожать, Сэмка тоже в таверну, это 13-2, ну и, конечно, куда-то не в ту сторону ребята из Фомбэт свернули последние несколько минут. Наверное, не стоило все-таки здесь драться. А, и это ГГ, у меня кто-то в муте был, я даже внимания не обратил, что ГГ написали. Пожалуйста, 12 минут 57 секунд победы команды Ice. Вот так легко, непринужденно и неожиданно, честно говоря. Ну, давайте посмотрим статы этой игры. Я думал, они еще повоюют, все-таки Тинкер в игре есть, Баунти Хантер есть, камбэк-система у вас есть. Можно было бы, наверное, еще подраться, как мне кажется. Все-таки вражеская команда тоже люди, ошибки могут вполне совершать. А у вас Баунти Хантер, Тинкер. Ну, ладно, собственно, может быть, ребята просто сказали, ладно, не будем на этой игре зацикливаться, поехали следующую, к черту, тут линии вообще не пошли везде, давайте лучше что-нибудь поинтереснее поиграем, может быть, пикнем что-то другое, может быть, то же самое, но сыграем получше, видим, 8000 там за 12 минут урона нанес Войт Спирит, и по итамам у него, конечно, было очень много. Ну, ладно, уйдем на небольшую паузу, пару минут, дадим ребятам выдохнуть, передохнуть, подышать свежим воздухом, попить чаю и вернуться, собственно, на вторую карту. А пока послушаем музычку.
что, друзья, после такой быстрой игры хочется внести, конечно, немножко позитива. Во-первых, первый позитив, который я хотел вам рассказать, это, разумеется, наш партнер, банк РНКБ, про который я вам сейчас буду рассказывать. Банк РНКБ — это партнер, который в этом сезоне поможет сделать нам больше контента. Трансляции всех игр чемпионата, хайлайты, недели, еженедельное лайв-шоу, в котором будем обсуждать прошедшие и предстоящие игры. Банк РНКБ, системообразующий банк Крыма, входит в топ-100 рейтинга лучших работодателей среди крупных компаний и топ-10 лучших IT-работодателей по версии Хабр.карьера. Банк создает цифровые решения, которыми пользуются миллионы жителей и гостей Крыма. Карты РНКБ можно безналично оплачивать проезд в общественном транспорте. А школьники пользуются ею для прохода в школу и оплаты в школьной столовой. Присоединяйтесь к команде банка РНКБ и создавайте полезные решения, которые приносят удовольствие. Ну и помимо того, что это прекрасный банк Крыма, это еще и замечательная команда у нас на турнире, которая называется «Братва». Рекомендую посмотреть их игры. Если фанаты их есть, пожалуйста, отзовитесь. Я тоже большой фанат. Как и фанат, на самом деле, всех команд на этом турнире. Как я считаю, киберспорт в работе, в коллективе — это очень здорово. Как мне кажется, это очень сплочает коллектив. Вам есть что обсудить, вам есть что вспомнить. Вы подружились со своими коллегами благодаря этому. Конечно, главное, как, по-моему, Лофпэт мне именно говорил на интервью, главное не поссориться с коллегами, это очень важно на самом деле, потому что Dota — это всего лишь игра, в конце концов. Да, это турнир, да, это за денежку, в конце концов, все действие происходит, в смысле за призовый фонд, но деньги, в конце концов, не главное, как мы знаем, а главное — это приятное времяпрепровождение. Ну и что, после банка РНКБ у меня, разумеется, есть еще один партнер, про который я хотел вам рассказать, это наш наградной партнер. Dareo — это высокотехнологичная компания, изготавливающая компьютерную, офисную, профессиональную игровую периферию, аудиопродукцию, аксессуары для гейминга и киберспорта. Современный дизайн, продуманное производство и высокое качество продукции позволили бренду Dareo завоевать доверие и широкую известность у пользователей в Китае. Dareo делает ставку на технологии, качество и широкий ассортимент, которым доверяют профессиональные геймеры и команды победителей международных киберспортивных соревнований. Крайне рекомендую чекнуть, посмотрите, пожалуйста, что они там производят. Очень-очень качественная продукция. Ну что, опять прекратим мы с вами болтать на самом интересном месте и, наверное, ворвемся в доту, потому что тут пики в самом разгаре на самом деле. И что у нас тут интересно? У нас тут интересный Виномансер Рогер Маг от команды FunBet и не менее интересный Деспрофит от команды Ice. Бестмастер Андерлорд отправился в бан от FunBet, Джакира и Энчантрес от команды Ice тоже отправились в бан. Ну вот, кстати, Деспрофит, как мне кажется, крайне интересный персонаж по одной простой причине — она пропала почему-то из профессиональных игр. И я не знаю почему. Вроде как ее изменили, но я не уверен, что ее понерфили. То есть у нее изменили, как работают ее духи. Как-то они там теперь по-другому летают. Вроде как чем ближе к Death Profit, тем больше урона или что-то такое. Но в итоге после этого изменения ее перестали пикать вообще в проиграх. Если раньше она там first баны улетала, потому что очень сильный лейнер. И когда она тайминг свой добирает, она идет и тебе все сносит, и ничего сделать не можешь, то тут она просто исчезла. Абсолютно. Это для меня загадка. Куда же она делась? Ну ладно, Disruptor, второй пик для Ice. Немножко другой подход к пику они решили сделать на второй карте. Хотя, казалось бы, зачем? Прошлое было выиграно за 12 минут. Как мне кажется, команда FunBet могли еще поиграть, но в целом зачем мучиться, да? Вроде как Bounty Hunter с Тинкером есть, можно попробовать камбэкнуть за счет треков, пару фрагов взять, у вас уже и денежка есть, но с другой стороны на 12 минуте 10 тысяч преимущества, это тоже не шутки. Может быть, они посидели, такие подумали, сказали, ой, к черту, поехали следующую. Урса в бан от FunBet, Сларк в бан от Ice. Почему Сларк мне интересно, учитывая, что у вас уже два Сайвенса есть. Дизраптор против Сларка очень неплохо работает. Деспрофит в целом, конечно, не настолько хорошо, но на линии против него очень неплохо стоит. Соответственно, можно его загнобить, пойти попробовать быстренько всю эту историю закончить минуте на 12-й, собственно, как и на прошлой игре. На прошлой карте, прошу прощения. Поэтому бан Сларка мне не очень понятен, но, может быть, это зависит. Может быть, это связано с керри-героем или с мидером каким-нибудь толстым, там, типа Драгонайта. Хотя Драгонайт против Сларка тоже неплохо. Инстант стан против Сларка всегда здорово. FunBet, Phantom Lancer в бан. И Outworld Devour от команды Ice тоже в бан. Devour же не Destroyer. Destroyer в первый был, правильно? А тут он пожиратель. Уничтожитель он был в первой доте.
путаю постоянно. Некоторые названия из первой доты в памяти всплывают почему-то. Такие как, допустим, Windrunner, а не Windranger. С Алда Плюс в чат, пожалуйста. Ну что, Медуза опять же в бан от команды Ice и пятый бан от команды Фон Бет. И мы после этого перейдем ко второй стадии пиков, собственно, для команд. Дроу Рейнджер тоже в бан от Фон Бет. Вот, кстати, опять же, бан очень интересный, потому что Дроу Рейнджер — это именно тот герой, который, как мне кажется, хотели взять именно команда Фон Бет, потому что против Death Profit очень неплохо она работает, как известно, является ее прямой контроль, причем как на линии, так и по игре. Хороший соло-таргет ДПС. Дровки позволяет быстро Death Profit зафокусить. Поэтому почему ее забанили, не очень пока понятно, но, наверное, есть какая-то идея. Вообще, в чем смысл Веномансера Огр Мага? Вот в чем вопрос. Просто сильные герои, просто сильные суппорты. Ну, Веномансера можно пофлексить. Веномансер может отправиться на пятерку, может на четверку, может на тройку, а может и в мид даже. А если совсем извращаться, то можно и на керри отправить. Ну, наверное, это четверка. Веномансер, Огр Маг, пятерка, как мне кажется. Но с Огр Магом можно было попробовать какого-нибудь рейндж-кора взять. Почему нет? Ну, вот хорошие отправились в бан, такие как Медуза и Дровка. Лич. А, ну, так если это Лич, значит, все-таки кто-то из первых двух персонажей будет кор-персонажем. Опять же, Огр Мага еще можно отправить на тройку. Можно Огр Мага в мид отправить, как мне кажется, очень неплохой вариант. Огр Маг с большим количеством итемов наносит тонну урона. Еще и раскачать можно по-разному. Может, это физический Огр Маг вообще с ПТшкой и Эхо Саблей тоже. Почему нет? Радик можно на него купить. Очень толстый герой. Можно отправить на тройку, заставить его покупать грифсы и прочие приколы. Пайпы. Мидас, разумеется. Куда на Огр Маге без Мидаса? На любой позиции, правильно же? Третий пик для Айс. Течес для Айс. Четверка Течес, пятерка Дизраптор, Death Profit тройка. Ну, тут все, собственно, по лекалам, как говорится. Правда, по лекалам прошлого патча, как мне кажется. Ну, герои все хорошие, все рабочие. Ребята настроены закрыть 2 по 20 и отправиться отдыхать. Четвертый пик для команды Ice. И это Пуч. Опа, Бучка в катке, господа. Бучка в катке. Ну, опять же, пофлексить можно. Можно отправить в мид, можно отправить на легкую. Можно отправить Death Profit в мид, Пуджа на тройку. В целом, Пуч здесь, как мне кажется, это уничтожение должно быть для Фон Бет, потому что Веномансер Пуджа дико боится, мувспида нет. Доджить хук не может, спасти себя потом никак не может, умирает за полсекунды. Лич, та же абсолютная история. Огр Маг, конечно, не самый приятный таргет для Пуджа, особенно если это кор Огр Маг с большим количеством хп, армора там и прочих приколов. Но все равно убивать можно. У тебя есть Течес, у тебя есть Дизраптор Death Profit, которые тебе с Огр Магом помогут. Все-таки процентный урон Death Profit, у Течеса вообще просто тонна урона. Дизраптора, если что, Огр Мага не отпустит. То есть, в целом, пуш здесь очень рабочая история. Вопрос только в том, что Найкс не в бане. А так как мы уже уверены в том, что пуш — это кор-герой, то можно вполне взять Найкса. Но, мне кажется, если возьмут Найкса, то пуджа отправят или в мид, или на тройку, и возьмут просто какого-то другого персонажа на керри позицию, которую этого Найкса уничтожает. Там Войд, Тролль. Слардар, может быть, даже почему нет. Ну, собственно, какой-то башащий милишник с большим количеством скорости атаки, урона и так далее. Против Найкса работает очень здорово. Может быть, есть смысл оставить Найкса на пятый пик, собственно. Почему нет? Против Дизраптора замечательно, против Death Profit тоже хорошо. Ну, Течес, конечно, может быть неприятен, если у тебя в кулдауне рейдж. Ну, для Найкса любой герой неприятен, если у тебя в кулдауне рейдж, будем честны. И только 15 секунд у команды Фон Бет остается, на самом деле. Может быть, есть смысл миди разобрать. И забирают Вайда сразу же. Абсолютно сразу же забирают Вайда на керри позицию. Ну, не знаю. Войд мне не очень нравится, честно говоря. Все-таки, если хук Войд поймает, то может уже и не выбраться никуда, потому что есть Дизраптор с Глимсом. Да и в целом, даже без Пуджа, Течес врывается бёрста очень много, Дизраптор сайленсом накрывает, Death Profit Void минуты так до 25-й, до 30-й вообще ничего не делает, кроме хроносферы, да, если у тебя хорошая линия, ты поставил на нее хрона, то, наверное, убьешь.
Но, опять же, если есть пуч, то может и выхукать, в конце концов. Не знаю, вот мне не очень нравится, честно говоря. Но, видимо, айс в бан отправляют вайпера. Кого отправят еще, это вот мне очень и очень интересно, на самом деле. Пока ждем бана от команды фонбет. Тут вообще все, что угодно можно придумать. Что забанить, что не забанить, все равно вряд ли угадаете. Надо просто банить героев, которые лично вам неприятны. Бэтрайдер тоже отправился в бан от команды Ice. Видимо, этого героя они не любят. На прошлой карте тоже Бэтрайдер, правда, в последней стадии отправился в бан. Хотя, вроде как, насколько я знаю, сейчас Бэтрайдер не прям так, чтобы сильно, сильно силен. Некрофс от фонбет тоже отправляется в бан. И ласт пик для Ice. Что это будет? Раскроют нам все карты. У них еще целая минута есть, они решают ее не тратить и забирают просто алхимика. Шикарный пик алхимика, как мне кажется. И, кстати, на это отвечают инстантно просто инвокером. Ну, я так подозреваю то, что это будет инвокер через Аганим под хроносферу Войда. Туда же чайник Лича, Виномансер все это дело накрывает там своими приколами и так далее. Но в целом стратегия рабочая на самом деле. Я только переживаю за то, что Пудж всю карту съест. И там на 20-й минуте, когда у Деспрофит Грифсы пару в рейсбендов, у Алхимика Радианса, еще что-то сверху, и вот эти вот все господа пойдут просто тебе сносить, у тебя еще не будет достаточно ресурсов для того, чтобы с этим воевать. Все-таки тайминги у команды Ice гораздо более ранние, чем у команды FunBet. В лейте, да, пожалуйста, у Айсов вряд ли есть какие-то шансы, хотя, опять же, Дизраптор, если Аганим себя выформит, всегда есть шанс на камбэк. Деддом Бой садится на Виномансера. Точка играет за Лича, Доджер Джей падает на Фейслес Войда, СНЗ на Огрмага, Ловпэт на Инвокера. Это команда FunBet. Пожалуйста, дебютанты Лиги Чемпионов Бизнеса. Вампирка играет за Алхимика, Коди за Пуджа, Куращоп за Теч, Сароник за Дизраптора и Лексик за Деспрофит. Команда Айс, победители прошлого сезона Серебряной Лиги Лиги Чемпионов Бизнеса. Их тоже поприветствуйте обязательно. Очень здоровский сет у Доджера, мне прям нравятся вот эти вот плечи, я их вообще помню никогда. А, нет, стоп, это Имморталка с какого-то инта, по-моему, да? Я видел только эффект, а саму Имморталку, по-моему, не видел ни разу. Ну, вот прям здорово смотрится. Надо тоже себе найти такую. Ну что, смогут ли камбэкнуть фонбет? Это 1-0 в пользу команды Ice. Если они сейчас выигрывают, то они проходят дальше. Это, в конце концов, уже плей-офф серия. Поэтому выигрывать фонбетом надо. Надо ребятам выигрывать. Получится ли? В целом, если затянут, то можно. Можно попробовать. Виномансер против Алхимика работает хорошо. Правильно же, он очень неплохо ему подрезает реген ХП. Добавок Виномансер при защите Тавров приятный персонаж. Против Деспрофит он работает тоже хорошо. Ей тоже реген ХП подрезает. Есть армор Лича на Тавра. То есть в целом, если более-менее нормально отстоять линии, если защищать свои Тавра, при этом не теряя героев, выйти на 25-30 минуту игры с нормальным фармом, то вполне можно выигрывать. Вполне можно выигрывать, как мне кажется. Алхимик, кстати, отправляется в мид. И это Коди на легкой будет на пудже отыгрывать. Ну, собственно, на легкой приятнее. Почему? Потому что там два таргета вместо одного, правильно же? СНЗ будет тройкой у Гармагом, я так подозреваю. Доджер, ну, керевой, да. Лич четверка, скорее всего. Насколько я понимаю, точка вроде как четверка играет. Деддом Бой отправится, наверное, на легкую. Ловпэт на инвокере отправится в центральный. Пятером здесь ребята собрались, ждут кого-то из вражеской команды, прожимают смоки и отправляются во вражеский лес. Пуджа могут найти, и на самом деле в пятером, конечно, Пуджа особо без проблем заберут. Да, у него 824 хп, 2 армора, но тут 5 героев, ты от них никуда не уйдешь. Но вот только не спалился Пудж. Не заметили ребята, что Пудж здесь смотрителя завоевал, захватил и, соответственно, никого не нашли в конце концов. Ну и что догадываются ребята, вампирка еще и выкинул Acid Spray, ман немного потратил. Понажимал кнопочки, называется. Ну ладно, бывает, ничего страшного. Тамана там до крипов еще отогенится практически вся, успеет. Особо бояться нечего, как мне кажется. Забирают на топе рунку ребята из команды FunBet. Ну, собственно, особо беспроблемно это делают. Нигде особо воевать никто не хочет. Хук по Огрмагу. Можно было попробовать и на развороте подраться. Лич все-таки рядом. Виномансер вроде тоже недалеко, но решают разойтись миром.
Так, чуть-чуть хп друг у друга сняли. Пуч пытался свою руну выхукать, но это не получилось. 2 по 2 по рунам паритет. Ну и паритет по баунти рунам — это минус для команды FNBet, потому что, как мы знаем, алхимик за эти баунтосы зарабатывает гораздо больше денег. По-моему, сейчас мультиплеер 2. Да, множитель рун богатства 2. Соответственно, считайте, вампирка все 4 забрал. Конечно, неприятно. Death Prophet с Течисом против Войда и Виномансера здесь стоит. Ну, я бы, наверное, Лича все-таки на бот отправил Виномансера на топ. Все-таки Виномансер, как мне кажется, более персонаж на четвертую... А, кстати, так и происходит. Виномансер просто потусоваться на бот пришел, а Лич отправляется на бот. Ну и с Личом здесь будет стоять поприятнее. В конце концов, Куращупа, если что, можно остановить от каста Блэстофа прям во время полета, если вкачать на Лича третий спелл Синистер Гейс. Ну и в целом Лич здесь может по Death Prophet хотя бы фростбластом поспамить, и это уже тоже приятная история. Ловпэт как против инвокера в миде постоит? Довольно интересный вопрос на самом деле, потому что хороший фарм у алхимика — это залог победы, как мы знаем. Но алхимики иногда... Есть у них проблема с тем, чтобы игру закончить в конце концов. Да, они там могут успеть сторону снести, ну и на этом закончиться. Потому что после этого один раз кто-нибудь умирает, и команда вражеская камбэкает всю голду. Ну что, Коди на топе вместе с Роником стоит против детдомбоя СНЗ. И как мы видим, 7 крипов у Пуджа уже имеется. Это явно далеко не предел для Коди, пока у него игра абсолютно прекрасно складывается. Еще быстрый вангвард какой-нибудь, если он вообще в целом вангвард будет собирать. Но, правда, урон он более чем достаточно получает. Есть Игнайт, есть Venomous Gale от Виномансера. И, пожалуйста, СНЗ, First Blood, убив Коди как раз. Ну и, собственно, весь этот крипстат, все это преимущество в крипстате только что было нивелировано. И вот видим, кстати, Огрмаг сразу в вангвард выходит. Это не будет фаст мидас. Будет ли вообще мидас, вот в чем вопрос. Ну и Пуч прилетает обратно. Будет ли хук сходу по Огрмагу? Нет, не будет. Не заходил Коди. Коди хочет крипов побить. Лич тем временем погибает на боте. Было нападение, видимо, на Death Prophet в первую очередь. Но не вывез Лич эту драку. Не вывез Лич эту драку. И Виномансер тем временем погибает на топе. Да что ж происходит? По всей карте просто что-то происходит. Ну и тем временем у Алхимика-то, кстати, 10 крипов. У Инвокера всего 6. Ну, наверное, с левелом Инвокера будет попроще. Как он Экзорт подкачает, будет стоять поприятнее. Виномансер, кстати, один здесь на топе просто остался. Я так подозреваю, хук он получил и погиб. Поэт. Ай-яй-яй, Глимс на базу, бедолагу. 280 МС сейчас бежать обратно. Может, хоть смог купить? Не стал, детдомбой смог покупать. Сказал, черт с ним. Ну и ладно, на самом деле Виномансер вернется довольно быстро, как раз когда эта пачка погибнет. И за эту пачку Огрмаг экспу в соло получит. Поэтому в целом небольшая проблема. Можно, наверное, Дизраптору даже спасибо сказать. А Занзет не против такого развития событий. 12 крипов у Death Prophet тем временем. Она топ крипстат в данный момент на карте. Против 8 у Войда. У Войда, конечно, не очень все хорошо складывается. Ну, с левелом опять же Войду будет попроще, по идее. Меньше кулдаун на таймволк. И стоять будет поприятнее. Может, через мом пойдет, почему нет? Хотя сейчас Войды вроде как Мейлшторм рашат, насколько я знаю, и БКБшник. Куращуп, нападение на Лича. У этого бедолаги только второй левел. Есть еще хаешка Личу в лицо. Лексик в него вгрызается и погибает, в конце концов, точка. По Лексику баш под вышкой не вылетел. Соответственно, Death Prophet выживает в этом противостоянии. Был таймволк у Войда, но решил не прыгать. На баш особо рассчитывать не приходится. Алхимик. Я думаю, крипстаты нас здесь не настолько сильно интересуют, как общая ценность, потому что у алхимика уже могут быть серьезные цифры. Ну, не настолько серьезные, на самом деле. Все-таки First Blood Огрмага, все-таки соло фарм, хороший дэмэдж, хороший крипстат. И, видимо, Огрмаг 2000 голды у него есть, чуть больше, чем у алхимика. Но вот алхимос бегает тут по рункам, собирает все баунтосы, не баунтосы, плюс еще течес рядом. Можно попробовать и инвокера забрать. Все-таки у алхимика прокаст на четвертом уровне серьезный, там более чем дэмэдж достаточно. Хорошо, ловпэт уже половины хп нет, Куращу прорывается сюда с бластов, очень мало хп ловпэта, надо пожить еще чуть-чуть, но алхимика, по идее, должна банка сейчас откулдаунить, да и без банки собрались, разобрались, и ловпэт отправился в таверну. Вампир к себе хорошую такую денежку зарабатывает. Фейзы почти есть, соуринг есть, и выходит он на первое место по нетворсу, 2300 у него уже в свинье копилочки имеется. Третий левел Пуджа, тем временем у него брейсер и Magic Wand имеется. Ну, без вангварда. Без вангварда может быть проблематично, на самом деле. Если он будет сейчас и гоним рашить, то можно и довольно быстро умирать, на самом деле. Все-таки почему бы не купить вангвард? Хотя, может, просто игроку не нравится. Почему я спрашиваю о его предпочтениях, правильно? Как нравится, так и делает.
Лекси, кстати, фастпайп выходит. Видим, сборка абсолютно такая же, как на Андерлорде в плане фастпайпа. Покупается кольцо, никаких вангвардов, сразу пайпешник в фастбай. Даже сапог не покупает. Ну и в целом, пайп здесь, опять же, очень-очень приятен. Огрмаг урона наносит гораздо меньше. Виномансер гораздо меньше. Чайник Лича не так страшен. Ну, то есть, магического урона более чем достаточно у фанбетов. И пайп здесь может быть быстрой и легкой победой, на самом деле. Дизраптор здесь дерется с дедом боем. Ну, четвертый левел против второго тут особо не повоевать. Хороший Глимс, хороший тайминг хука. И дедом боя в таверну, пожалуйста. Для Коди это первый фраг. Ну и, пожалуйста, стаки флеш-хипа уже пошли. Сила увеличена на 2, как видим. Пока первая пассивочка, дальше лучше, как известно. Ну и Глимс-то почти откулдаунился. Можно попробовать его Грамага забрать. Как бы известно, что он здесь в одиночестве находится в данный момент. Ну, пока Дизраптор ждет прилета какого-нибудь героя на боте. Движуха Пепси началась. Нападение на Доджера. Ну, у того блинка имеется, тот он, конечно, не умрет. Хотя Течес вроде рядом, но Дедомбой тоже недалеко. Поставил он здесь вардишки, видит вражеского Течеса. Ну и у Лича у маны, кстати, у Лича маны не очень много. На Курачупа есть какое-то нападение, но не успел Дедомбой дойти. Банка от Алхимика хорошая, пол хп пойду просто снесло. Доджер блинк в КД, и все-таки последняя секунда, добили его в конце концов. Не успел он отблинковаться. Еще и Виномансер отсюда не отпустит. Дедомбой тоже в таберну отправляется. Шикарная перетяжка от Алхимика. В идеальный тайминг он сюда подошел. 0,5 секунд до взрыва бомбы, выкинул ее в Вайда, Войд блинкануться не успел, урона хватило. Ну, в общем, идеально, лучше быть не могло, на самом деле. 600 голды за вот эту вот выходку ребят заработали. Ну, Лофпэт тем временем фармит, выходит он в Мидас. У Гермак мы видим, пока фастбай ничего нет, но что-то в курице летит, я подозреваю, сапог летит. Будет ли это Мидас, опять же, тоже вопрос. Войд тоже выходит в Мидас. Ну что, в 3 Мидаса? А почему нет? А почему нет? Ну, если игра началась со счета 1-7, 4000 преимущества, явно на 15-20 минуте у вас будут проблемы. Какие есть варианты? Как от этого отыграть? Как мне кажется, попробовать затянуть. Затянуть можно с помощью Мидаса, с помощью Вардов Веника и Фростшилда Лича, собственно, правильно? Защищать свои тавры по максимуму именно Фростшилдом Вардами. Хотя Варды, наверное, против Алхимика ставить не очень хочется, потому что он с них тонну денег зарабатывает. Мидас, правильно, Огрмак тоже в Мидас выходит, абсолютно согласен. Веник тоже Мидас, нет, Веник Арканбуцы. Лич может быть Мидас, ну, Лич пока непонятно. Ну, Лич даже если и купит, то минуте на 40-й на самом деле, хотя в целом не самый худший результат, как мне кажется. Войд, огромная бедолага, 2100 нетворс у него только имеется. Здесь пока Лича забирают, вышел он немножко не туда, куда не должен был, видимо, выходить, и отправился в таверну. У Течеса нетворса больше, чем у Вайда на 8-й минуте. Вот это, как мне кажется, проблема на самом-то деле. То есть 600 голды, подойти к крипам Войд не может, суппорт помочь не может. Там на топе Виномансер тем временем погиб был. Я так подозреваю, хороший хук от Коди. Ну и Виномансер отправился в таверну. Тут, конечно, его вообще не проблема забрать. 714 хп, 5 армора, сапога нет. Есть урнат, неплохо уже на самом деле. Ну вот он не фиданул, а заработал заряд урны, который сейчас дают, кстати, даже за смерть. Ну, правда, один, если у тебя ноль. Есть танчик по лофпэту. 2/3 хп снесло. Куращу прокаст от него. И лофпэт тоже в таверну. Инвиз еще накастовать не может. Да и не спас бы он его здесь на самом деле. Это овнейдж. Куращу превосходство набирает. Нападение от Коди на деддом боя. Правда, получает в ответ Веномус гель. Есть игнайт от Огармага. Сюда бы ТПшечку от кого-нибудь. Было бы здорово забрать все-таки вражеского керри плюс суппорта на сдачу. Ну, нет, никого нет. Лич пешком сюда путешествует, без сапога, без ничего. Ну что, расчет на мидасы. Расчет на мидасы. Войду, правда, до мидаса еще калидовать и калидовать. 2400 нетворса у Вайда — это не очень серьезные цифры. Коди тем временем с кольцом здесь тусуется. Но я так подозреваю, это будет вангвард, скорее всего, потому что вангвард очень полезный итем, как мне кажется, особенно для Буджа. Все-таки армора этому герою обычно не хватает. ХПшки много, а армора маловато. Обычно нападение на Деспрофит. Лофпэт, хороший ганг от него. Но ее нужно забирать. Все-таки очень много перед сифонов. Промахивается санстрайком, погибает Войд. Все-таки Куращуп на подсейве своего тиммейта. Деспрофит урона от Тавара вообще не получает. И Лофпэт тоже в таверну отправляется. Ай-яй-яй-яй-яй, суппортов рядом не было. Один суппорт буквально, ну хотя ладно, не хватило бы там одного суппорта. Но это прям очень неудачно получилось. Пытаются ребята как-то гангать. Ну ладно, наверное, надо мидасы дофармить. Ну инвокера мидас хотя бы есть, у Вайда мидаса еще нет. 1000 голды, ему еще до этого мидаса надо где-то
дожить, на самом деле. Там его скоро дизраптор по нетворсу обгонит. Какой крипстат у Войда? 27 крипов у Войда, 65 у Алхимика. Да, это, конечно, катастрофа. Я очень не люблю заниматься пессимизмом, но Виномансер на топе в очередной раз погиб. Но это был не пессимизм. Пессимизм — это то, что как здесь камбэк, это не очень понятно. Собственно, слишком плохо все по линиям, как мне кажется. Я боюсь, мидасы могут не спасти. Там, если у вас на 15-й минуте Войда мидас появится, это не очень замечательный результат, как известно. И там еще минут 30 Войду сверху понадобится, чтобы он мог как-то в драках внимание, прошу прощения, участие принимать. С другой стороны, если посмотреть на позитивную сторону, от Войда, кроме как хроносфера, требоваться-то особо и не будет, правильно? Если у инвокера будет вкачан экзорт, если у инвокера будет быстрый аганим, то от Войда будет требоваться только хроносфера. Курощуп, врыв на двоих персонажей, должны легко непринужденно забирать, СНЗ-то закрыли, правда, по виномансеру не попали, но есть глимс, на минке течется и отправляются два героя команды FunBet в таверну, вот так легко непринужденно. Курощуп — шикарный врыв с бластофа. Роник даже ульт тратить не стал. И, пожалуйста, дополнительная сила для Пуджа. Ходит 2000, между прочим, имеет. Но тем временем вышку хотя бы в миде забрали. Правда, ловпэт может и жизнью поплатиться за это. И вот тут Курощуп встречает. Алхимик параллельно там пытается драться с кем-то. Не получается ни у кого ни с кем подраться эффективно. Кроме как у Курощупа с инвокером. Потому что тот неудержимость показывает. Забирает ловпэта. Награду за ловпэта себе в кошелечек. Маленький такой кошелечек течется. Вообще интересно, они на троих деньги делят или... Ну ладно, это не важно. Это не важно. Доджер, 6-й левел. Да можно уже и в лес, наверное, попробовать уйти. Все-таки Death Prophet здесь линию основательно так заняла. Выгнать ее никто не может. Доджеру, наверное, есть смысл уходить в лес. Кстати, отказался он от мидаса, решил выходить в мом. Не уверен, что поддерживает решение. Как мне кажется, все-таки мидас ему как раз нужен был. Просто выходить по кулдауну хрона под аганим инвокера. Так, хороший санстрайк по Курощупу. Было бы здорово его забрать, он много денег стоит. Пожалуйста, отлично заправляется таверну. Разменялись, правда, на виномансера, но 568 Угармак себе заработал. За него, правда, Death Prophet уже рядом, и алхимик здесь. Ну и отсюда СНЗ никуда не уходит. Медасик купить, ай-яй-яй, не успел. Не успел кнопку нажать, было. Были денежки на медас. Ну, втроем за четверку погибли. Ловпэт тоже еще может подставиться. Ай, мидас не выкинут, не умереть бы. Вампир с радиансом на 12. Еще и сверху 1300 голды. Коди, хук будет ли? Есть хук от Коди, но мимо ловпэта. И в итоге просто съедает виномансера. Вышка вообще урона не наносит. Ну и по 3 здесь просто, по Т3 здесь просто вакханалия происходит. Вампир, когда еще стан накастовал, ну сам взорвался. В итоге пайп от этой истории не помогает. Урон физический. И ГГ, пишет ловпэт, пожалуйста, мидасы вроде есть, хроносферы ни одной в этой игре мы не увидели, 2 по 13 минут, досадно, обидно, досадно, ну что поделать, такова дота, и ничего ты с этим поделать на самом деле не можешь, что-то где-то не пошло, может не проснулись ребята, может быть проснулись, но не с той ноги встали, может быть еще что-то, собственно, миллион вопросов может быть на самом деле. Но игра закончилась со счетом 2-0, причем за 25 минут, довольно без интриги, честно говоря. А интриги, конечно, хотелось. В любом случае, ребятам из FunBet желаю не расстраиваться. Такие игры бывают, я думаю, они знают это лучше меня. Ребята из команды ICE, команды Raiffeisenbank, большие молодцы. Видно то, что не просто так они свой титул завоевали в прошлом сезоне. Ну и что, мы с вами уходим на перерыв. Следующий матч мы посмотрим в 15:30. Как станут известны команды, которые будут играть, об этом, конечно, будет анонс. И, собственно, на обложке стрима вы тоже сможете посмотреть, кто именно играет. Зависит от того, кто там проиграет и выиграет в других парах. Пока это неизвестно, и ребята еще продолжают играть. Ну что, спасибо, что смотрели. Увидимся в 15:30. Обязательно возвращайтесь. И до скорых встреч. А, прошу прощения, еще не до скорых встреч. Конечно, еще интервью будет небольшое. Пообщаемся с ребятами. И после этого будем уходить на перерыв. После этого будем уходить на перерывчик. А пока 2 минуты паузы.
Ну что, привет, привет, Коди. Представься, пожалуйста, для своих фанатов обязательно. Представься. Для моей армии поклонников? Ну, конечно, которые смотрят. Там очень много человек было на стриме, между прочим. Конечно. Райффайзенбанк, Клочков Алексей. Слушай, ну, игры были достаточно легкими, насколько я подозреваю. Ожидали ли вы, что игры будут настолько простыми? То есть 2 по 12 минут, ну, как-то... Ну, на самом деле, мне кажется, ребята рано сдались, потому что там во второй игре так уж точно. Потому что насобирали мидасов, и, в принципе, там им много делать-то не надо. Ставишь купол, ставишь аганим инвокера. Ну, если у них такой был план. На то, что мы не ожидали, что будут игры такие легкие... Ну, может быть, потому что прям уже как будто в финале. Первые игры плей-офф, они всегда тяжелые, морально тяжелые. То есть, когда ты вкатываешься в первые игры, понимая, что там уже шансов на ошибку. Ну, сейчас он пока есть, но их там уже нет возможности что-то прощупывать или что-то смотреть. Вот, ну плюс у нас ЧП произошло. У нас наша троечка рук сломал вчера. О, и мы... экстренно поменяли одного на второго, добавили еще замену, и пока не успеваешь не сыгрываться ничего. Вот, поэтому как-то так. Ну ладно, ваши тройки скорейшего выздоровления. Надеюсь, ничего серьезного. Надеюсь, там все. Лёва, тебе все привет. Лёве привет обязательно. Слушай, много с командами уже общались еще до начала плей-оффов. Конечно, во время группового этапа, наверное, к каким-то конкретным командам готовиться довольно трудно, как мне кажется. Их слишком много, за играми не последить особо. Но, наверное, с этапом плей-оффа... Да. Вот. А с плей-оффом, мне кажется, вы уже начинаете готовиться да. к командам, смотреть. И к командам, и пики, и игры смотрим, и все, что можно, и отслеживаем, и баны, и фейки, и себя, и наигрываем некоторых героев под персональные команды, то есть там уже по-взрослому играем. Это здорово, это приятно слышать на самом деле, то, что ребята, не только вы, вообще в целом все, кто играют, они прям серьезно относятся к этому. Ну, сейчас с каждым годом все сильнее и сильнее растет конкуренция, и в каждой игре сильнее, и ребята с каждым годом все сильнее и сильнее. Меняется дота, меняются игроки, поэтому там общий уровень здорово растет. Как в команде относится к новому патчу? Самый интересный вопрос на самом деле. И есть ли одно изменение, которое вам максимально не нравится, и одно, которое максимально нравится? Может быть, там конкретного героя или чего-то еще? Ну, наверное, самое главное изменение, которое там поменяло там персонально наши игры, это вот добавление вот этих телепортов сверху вниз. И я как керри игрок, я вообще недоволен этими телепортами, могу потому понять. Что ты привык, что ты спокойно видишь там двух персонажей на карте и спокойно там бежишь. А то, что в этот момент может вылететь что-то из кустов, ну мозг вообще до сих пор отказывается это воспринимать. Привычки нет. В то же время те же там четверки-пятерки вообще кайфуют от этого просто. Ты можешь спокойно тэпнуться на один лайн, там загангать, и ты уже на другом лайне, а тут уже обратно на этом же лайне. Вот. Но и сейчас в голове надо очень много держать информации по поводу постоянного реса лотусов, постоянно терзателей, руны мудрости. Очень много объективов стало. Да, да, да. То есть и вот смена карты, пока никто не понимает, куда еще ставятся варды, помимо там очевидных клифф. И каждый раз ты игры смотришь, там ЛЧБшники, какие-то ребята куда-то ставят варды, а ты даже понятия не имел, что да. туда его засунуть можно. Да, с виженом прям в играх очень сильно чувствуется то, что вижен просто невозможно найти вражеский. Да, да, он может сейчас, если там посмотреть среднюю длительность жизни вардов, я думаю, она в два раза увеличилась, и там, если ты сбил вражеский вард, то это прям вообще кайф. Да, а самое позитивное изменение, как вам кажется, может какого-то героя конкретного, может быть, или общее? Самое позитивное изменение то, что Бруда вообще больше не будет играть в этом патче. Согласен, абсолютно согласен, две руки поднимаю за это. Добавление терзателей, очень интересная штука. Но пока вот это вот рандомное выпадение действительно пока отбивает. Так что я как керри, мне даже впадлу идти бить этот терзатель, да. чтобы у меня кто-то получил этот шар. Да, очень много он занимает и времени, и очень далеко находится, да, 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 и да. КП и тем еще более всех. Тебе хочется еще попробовать вражеский забрать, чтобы вроде у них отжать и себе его. Это двойная как бы экспа. Но ты можешь всю карту пробежать просто так для прикола. Да, на самом деле понимаю. Ну ладно. Спасибо большое за интервью, Коди. Очень приятно было игры посмотреть, очень приятно было познакомиться. Надеюсь, фанаты тоже довольны остались этими играми. И желаю вам искренней удачи, и еще не последний раз общаемся, надеюсь. Обязательно. Спасибо. Спасибо, удачи. Всего доброго.
Ну что, друзья, это был Коди, керри команды ICE, Райффайзенбанка. Райффайзенбанку привет, как сказал нам Коди. Собственно, спасибо большое ему за интервью. Вам спасибо большое, что смотрели. Мы ворвемся в 15:30, буквально через пару часов, на другой матч. О этих командах будет известно чуть попозже, когда ребята доиграют, и мы узнаем, кого мы будем смотреть. А вы на стрим обязательно возвращайтесь. У микрофона был Уильямс. Увидимся чуть-чуть попозже.